Следующий хадис, братья. Аль-хадиту аль-вахиду аль-ашрун. 21 хадис. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال فسأت أبو عمرة إلى جنيك تريس كذا لشتني أبو عمر أبو عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي قوريل قلت يا رسول الله يكك تريس كذا أو بصلانك الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Сказал Суфьян ибн Абдилля пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи мне в исламе такую вещь, о которой бы я уже не спрашивал никого после тебя. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, скажи, я уверовал в Аллаха, а затем придерживайся прямого пути. Этот хадис привел имам Муслим. Первое, что говорит здесь шейх Аббад, шейх, братья, асхабу Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ашадду наси хирсан аля маарифати дин, братья. Здесь указание нам на то, что сподвижники и посланники Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, братья, самые сильные в своем стремлении познать религию из людей. «Вахум асбаку иля кулли хайр». И они, братья, самые первые в любом благе. Какое бы благо ни совершалось, самые первые, опередившие всех в этом благе, это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Вахада суалю мин Суфьян ибн Абдилля». واضح في ذلك. И этот вопрос от Суфьяна ибн Абдилля очень, то есть, явно на это указывает. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. То есть, и он ожидал себе такой, в общем, то есть, объемлющий ответ, явный, понятный ответ, в котором он уже, то есть после этого, не будет нуждаться, братья, ни в ком. То есть из-за этого ответа не будет уже после этого ни в ком нуждаться. Аджаба Набию, саллаллаху алейхи салям, хада сахабия ви джаваби калилин лафзи вася аль-маана. И пророк, саллаллаху алейхи салям, как это из его описания, ответил, то есть маленьким ответом своим размером, но, субханла, очень большим в своем значении. То есть несколько слов, Аллаху Акбар, сколько в нем значений. وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. И это, братья, из тех всеобъемлющих слов, которые были даны ему, то есть Аллахом субхана ва тааля. То есть, как говорится, лаконичность. Хорошо, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, был очень лаконичен. То есть мог в нескольких словах описать что-то очень, то есть то, в чем нуждается кто-то другой. Хорошо, то есть целые тексты. Ну понятно, люди, я думаю, знаете, да, лаконичность, что такое. Хорошо. Сказал, куль аманту билляхи фумма стаким, то есть пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, скажи, я уверовал в Аллаха, а затем придерживайся прямоты. Фамараху ан янтыка билисанихи би имани билляхи шамили би имани би субханаху ва тааля ва маджа'анху фи китабихи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть первый приказ был что? То есть произнести языком, то есть то, что у него в сердце есть иман, который будет вбирать в себя веру в Аллаха, веру, то есть то, что пришло в его книге, или же то, что пришел в сунне его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаядхулю фи дзалика аль-умуру аль-батина валь-умуру адз-захира. То есть в это заходят все деяния, как скрытые, так и явные. Когда человек говорит, я уверовал в Аллаха, значит, я принял все то, что пришло до меня от Аллаха, субханаху ва тааля. Лянна аль-иман валь-ислам мин аль-альфазы аллати идза джумиа байнахума фи дзикри куссима аль-маана байнахума. Потому что иман и ислам, как мы уже говорили с вами, если, то есть, отдельно приходят эти фразы, то есть эти термины, то они вбирают в себя все значения. То есть хорошо, а если вместе они приходят, то каждый берет свое значение. Ислам какое значение берет? Явные. То есть явные дела. Иман – дела сердца. Баракаллаху. Ленна иман – хорошо. وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة. То, что мы сказали. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل أو شمل الأمور الباطنة والظاهرة. А если же, то есть приходят они по одному, то есть в контексте приходят либо только иман, либо только ислам. Хорошо, то есть тогда они вбирают в себя все значение, как мы уже сказали. وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك. После того, как он уверует, то есть и будет убежден, и будет крепко придерживаться этого, тогда ему будет уже следующее повеление, это что? Придерживаться прямоты. То есть придерживаться прямоты на этом, то есть пути истины, то есть и прямого пути. И чтобы он с постоянством, то есть следовал только этому прямому пути. Как Аллах субхану ва тааля сказал, «Я юха ладзина амру таккуллаха хакка тукатихи ва ля тамутунна илля ва анту муслимун». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха настоящим, то есть настоящей богобоязненностью, и не умирайте никак, то есть и не умирайте никак, умирайте только будучи мусульманами. Вот так надо лучше перевести. То есть умирайте только будучи мусульманами. Или же не умирайте никем, кроме мусульман. Не иначе.
не иначе, как будучи мусульманами тогда. Не умирайте не иначе, кроме как будучи мусульманами. Вспомнил один из шейхов наших, преподавал такую одну из наук, то есть наука чтения Корана, есть «Альм аль-вукуфи валь-ибтида фи кираати аль-Куран». То есть наука о том, где останавливается и откуда начинать чтение Корана. И о том, что есть очень опасные остановки в Коране, которые, то есть поменяешь ты полностью значение. И из этих аятов, вот подобное это, где приходится валята мутун. То есть если ты будешь, если ты прочитаешь таким образом и остановишься, если прочитаешь «Я айюха ладина амануттаху Аллаха хакка тукатихи валята мутун». И остановишься здесь, то значение у тебя какое станет? О те, которые уверовали, то есть приказ от Аллаха, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха настоящей богобоязненностью и не умирайте, ни в коем случае. Или же как вы, «Инна Аллаху астафа лякум ад-дина фа ля тамутун илля ва антум муслимун» пришло. То есть то, что Яакуб, когда увещевал своих детей, сказал им то, что, то есть как бы васия, то есть, да, то есть завещал своим детям, завещание какое ставил, «О дети мои, не умирайте». То есть если ты остановишься там, то даже не умирайте ни в коем случае. И шейх говорит, какое же страшное это завещание, сувал, то есть невозможно его выполнить. Поэтому нужно обязательно читать, то есть правильно. Или же человек один читал, он рассказывал суру Маида, и где слова «Уидхал Аллаху я Иса бин Марьям, анта культа линнаси иттахидуни ва умми илайхайни мин дуни илля». То есть аят начинается таким образом. И Аллах Субхану Тааля сказал, зовет к Аисе ибн Марьям и скажет ему в судный день: «Аиса, неужели ты действительно сказал людям, то есть возьмите меня и мою мать двумя богами, помимо Аллаха Субхану Тааля, поклоняйтесь нам». И говорит, человек остановился здесь и заново начинает, то есть чтение, что у нас, чего начал, «Иттахидуни ва уммия илайхайни мин дуни илля», и начал дальше читать. То есть он остановился здесь и потом заново начинает читать и говорит, то есть начинайте поклоняться мне и моей маме, говорит, помимо Аллаха. И брат, этот шейх после молитвы подошел, салям дал, говорит, шейх, туда-сюда, джазак Аллах хейран, ты так красиво читал, говорит. Но, говорит, единственное, во втором ракате, почему ты сказал, чтобы тебе и твоей маме поклоняться начали? И тот, говорит, от стеснения плакать начал, извиняться, говорит, я не это имел в виду. Поэтому нужно, особенно тот, кто арабский знает, нужно знать, где останавливаться можно, где останавливаться нельзя. Хорошо. Айдуму аля таати ляхи ва таати расулии, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть имеется в виду, будьте постоянными, или же в постоянстве, то есть подчинение Аллаху Субхану ва Тааля и подчинение у посланнику, алейхи ва саллям. То есть постоянно будьте в подчинении им. Хатта иза вафакуму л-аджль, ювафикуму антум аля халин хасана. То есть до тех пор, что даже если, то есть, придет к вам, как говорится, ваш срок, и, то есть, настанет смерть, вы будете в прекрасном положении. Хорошо? Как описывали субханаллах шейха, братья имама этого времени, это Ибн Баз, рахимахуллаху, рахматан вася, что если бы ему сказали, что ты умрешь через час, он бы ничего не прибавил в свое деяние, субханаллах. То есть настолько был, да, иляхи Аллах, то есть постоянно, братья, подчиняющимся и поклоняющимся Аллаху Субхану ва Тааля, пусть Аллах помилует его. وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام. То есть и Аллах Субхану ва Тааля рассказал нам в своей книге о том, каково же будет воздаяние того, кто уверовал в него и придерживался прямоты затем. Аллах Субхану ва Тааля сказал: "Инна ллядина калу раббуна Аллаху сумма истакаму татаназзалу алейхим аль-малаика алла тахафу ва ла тахзану ва абширу биль-джаннати аллати кунтум туадун". Поистине те, говорит, которые сказали: «Наш Господь Аллах», то есть мы уверовали в Аллаха, а затем придерживались прямоты, к таким будут спускаться ангелы, которые будут говорить им: «Не бойтесь, и то есть не будете вы, не будет для вас ни страха, не будет для вас печали, и радуйтесь, возрадуйтесь же тем раем, который был обещан вам». То есть вы зайдете в рай и не будете там, не, то есть не будет у вас там ни страха, не будет ни печали, все у вас там будет хорошо. В другом же аяте Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна ллядина калу раббуна Аллаху, сумма истакаму фаля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун. Улайка асхабу ль-джаннати халидина фиха джазаан бима кану яамалюн». Говорит, поистине те, кто сказали: «Наш Господь Аллах», а затем придерживались прямоты, не будет им ни страха, не будут они обечальны. Поистине эти люди будут обитателями рая, навечно пребывая в нем, и это будет воздаянием за то, что они совершали. Как же прекрасно это воздаяние, пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас всех из числа обитателей высшей степени рая, Фирдаус. Хорошо. И, братья, последнее в этом хадисе, это четыре пользы из этого хадиса. Первое – хирсу сахабати аля суали анму рединихим, указание на то, как стремились сподвижники спрашивать такие вопросы, которые, то есть, связаны с их религией. То есть спрашивали именно полезные вещи, связанные с их религией. Второе хусну суали мин суфьян ибн абдиллахи далли аля камали акли хи ва рахбати хи фил васийати джами.
указание на то, как прекрасно задал вопрос Суфьян ибн Абдилля. Потому что его вопрос, то есть этот указывает на то, что он очень был разумный и желал, то есть действительно, то есть искреннего наставления, то есть хорошего наставления. Хорошо. И в принципе, то есть человек должен учиться задавать хорошие вопросы, которые являются, то есть пользой для него в его религии. Поэтому, если мы посмотрим на вопросы сподвижников, все их вопросы были связаны с деяниями. То есть они спрашивали не просто отделать нечего, с бухты-барахты придумали какой-нибудь вопрос и так далее, а именно, то есть спрашивали такое, чтобы потом совершать по этому деяние. Хорошо. Третье, алиману биллахи ва бимаджа фи китаби ва суннати расули саллаллаху алейхи ва саллям. Указание на то, то есть указание на веру или же польза, это вера в Аллаха субхана ва тааля, вера во все то, что пришло в его книге и в сунну его посланника саллаллаху алейхи ва саллям. В словах аманту биллах, уверовал в Аллаха. Четвертое, мулязамату листикамати аль хакка валь худа хатта булугу аль аджаль, ау хатта булугу аль аджаль. То есть то, что нужно придерживаться прямоты и крепко придерживаться истины и прямого пути до самой смерти. То есть пока не придет срок человека.